Что ж, что же нам сказать по поводу этих двух стихов, этих двух предложенных примеров? Мы не можем полностью игнорировать их. И я не хочу сказать, что предложенные мной объяснения единственно возможны. Если говорить о текстах в книге Царств и в книге Паралипоменон, то это пример противоречия. Пример с горчичным зерном — это не противоречие, это пример фактологической ошибки, на которую указывают критики. Ну что ж, давайте посмотрим на тексты, записанные в книге Царств и книге Паралипоменон. И что ж, помните, все, что нам нужно, это предложить возможный путь согласования этих двух текстов. Но вначале можно предположить, что речь идет о двух разных случаях. А если так, то тогда вообще никакой проблемы нет. Но давайте предположим, что это описание одного и того же события. То возможно ли такое, чтобы в одном и том же случае Бог возбудил дух Давида, побудил его исчислить народ, но также и сатана в этом участвовал? Те, кто предлагают такое возражение, они, очевидно, говорят, что нет. Но мне интересно, а читали ли они первые две главы книги Иова? Сатана, несомненно, желает послать беды и несчастья в жизнь Иова. Но мы знаем, что когда беда пришла, Иов обратился к Богу. И мы помним о том, что именно Бог позволил этому произойти. Он это допустил. И более того, именно он определил границы, в которых сатана мог действовать. Поэтому справедливо утверждать, что сатана послал несчастье в жизнь Иова, и Бог это сделал. И читая далее главы из книги Иова, мы ясно видим, что и Иов, и его друзья считали, что все произошедшее было соделано рукой Божией. Ошибались ли они? Конечно, нет, если я правильно понимаю первую и вторую главы книги Иова. Но и верно то, что сатана в этом поучаствовал. Итак, возможно, что в одном и том же случае произошедшее было вызвано и Божьим действием, и действием сатаны, или Божьим действием и действием человека. Вот вспомните, что Бог говорит в книге пророка Исаии в первых главах. Он огорчен состоянием Южного Царства. И Господь предсказывает, что уже приготовлена бритва, это Ассирия, которая будет послана и которая обреет бороду этого царства. И что ж, вы можете сказать, хорошо, это означает, что когда Ассирия напала на Израиль, то так как Бог сказал, что Он будет использовать ассирийскую армию для совершения своего суда, и Он допустит, чтобы царь Ассирии пришел и поразил весь народ и делал все, что ему угодно. Что ж, подумайте об этом. Бог, несомненно, участвовал в том, что Ассирия напала на Израиль. Но его участие не означает, что все, что они делали, все нормально. И это хорошее напоминание для нас, что только лишь то, что Бог призывает нас что-то совершить, не означает, что, делая это, мы можем делать все, что угодно и нарушать все другие запреты. Что ж, я думаю, достаточно. Я думаю, вы прекрасно понимаете, как и Бог, и сатана одновременно
могли участвовать в одном и том же событии. И я не говорю о том, что это единственно возможный путь, но, тем не менее, это возможный путь объяснения, и этого достаточно, так как возражение состояло в том, что нет возможного пути, и что это истинное противоречие. Ну, а что же делать с притчей о горчичном зерне? Что ж, есть много разных способов объяснить это, и мое объяснение далеко не единственно возможное. Я думаю, большинство богословов согласятся, что цель этой притчи не в том, чтобы преподать урок по ботанике или по другому предмету. Цель этой притчи была в том, чтобы преподать нравственный урок. Но это не означает, что можно говорить все, что угодно, неважно, истинно это или ложно. Но действительно ли мы уверены в том, что когда Иисус говорит, что горчичное зерно наименьшее из всех зерен, но вырастает в прекрасное дерево, что при этом Он пытается сохранить абсолютную научную точность в Своих словах. Считая это ошибкой, вы утверждаете, что Он намеревался в точности соответствовать научным представлениям. Но мне кажется, что такое толкование должно быть пересмотрено. Позвольте мне предположить, что Иисус мог делать нечто иное. Иисус хотел всего лишь раскрыть некую истину о Царстве Небесном. И Он говорит, что есть некая аналогия между горчичным зерном и его ростом, и Царством Небесным и его ростом. И для того, чтобы донести эту богословскую мысль, Он прибегает к использованию гиперболы, или, по-другому, преувеличения. И нет ничего необычного, если кто-то что-то преувеличивает, чтобы что-то объяснить. И мы понимаем, что этот человек не намеревается быть абсолютно точным. Он просто пытается донести некую мысль. Позвольте мне проиллюстрировать это таким образом. Кто-то из вас женат, и, быть может, вы живете неподалеку, и если Господь позволит, после окончания занятий вы поедете домой, хотя, может, по пути вам нужно будет куда-то заехать, но, тем не менее, к вечеру вы приедете домой, и ваша жена будет вас ждать. И вот давайте представим, что вы входите в дом, и жена вам говорит: «Привет, милый, как у тебя дела?» А вы говорите: «О, был очень трудный день. Настолько тяжелый, что я готов умереть». Что же сделает ваша жена? Вызовет ли скорую? «Пожалуйста, приезжайте быстрее! Мой муж вот-вот умрет!» Или ваша жена вам скажет: «Ну ты и лжец! Я сейчас померю тебе пульс, измерю твое давление, и ты не умираешь, я знаю! Почему ты лжешь мне?» Нет, нет, ничего такого не происходит, так? Ваша жена понимает, что вы преувеличиваете, чтобы донести некую мысль. А мысль состоит в том, что вы очень устали, что у вас был очень трудный день. И вот в это вы на самом деле верите. И в ваших словах не стоит искать точное медицинское заключение о состоянии вашего здоровья. Я думаю, что нечто подобное происходит и здесь. Христос не намеревается преподать некий научный урок. Он проводит лишь аналогию между чем-то, что есть в природе, и Царством Небесным. И аналогия в том, что так как это зерно мало и незначительно, но затем оно вырастает в нечто величественное и огромное, и прекрасное.
И истинна ли эта мысль? Да. Да. И даже если науке известны зерна, которые меньше, чем горчичное зерно, ну и что? Если надлежащим образом истолковать эти слова, то мы понимаем, что здесь нет намерения рассказать научную классификацию семян, но преподать богословский урок о природе царства. Что ж, вы можете сказать, ну, я не нахожу это очень убедительным. Может быть и нет, но вопрос не в этом. Вопрос вот в чем. Вы просили объяснения, вы предположили, что это истинное противоречие, и нет возможного пути, я показал вам возможный путь. Я предоставил вам объяснение. И если еще учесть все то, что Писание говорит о своей природе, о том, что Писание богодухновенно и безошибочно, вы все еще уверены, что в Библии содержатся ошибки? И мне кажется, вы на очень зыбком основании, если продолжаете настаивать, что в Библии наверняка есть, после всего этого, какие-то ошибки. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, вопросы и замечания, и мы пойдем дальше. Да, пожалуйста. Я думаю, что если провести исследование, то окажется, что горчичное зерно — это самое мелкое из известных на тот момент зерен. Мне кажется, что это лучшее объяснение. Потому что, если были зерна меньше горчичного, известные людям в то время, то тогда люди бы просто, наверное, не поверили бы Иисусу. Что ж, суть в том, что мы видим в тексте. Иисус не говорит, это наименьшее из всех известных вам семян. Он этого не говорит. Если бы Он так сказал, то предложенное вами объяснение было бы наиболее уместным. Критики, указывающие на этот текст с горчичным зерном, как раз и подчеркивают, что Иисус не сказал, что это наименьшее из известных на тот момент зерен, но что оно наименьшее, точка. Но, я думаю, предложенное вами объяснение — это тоже возможный путь. И для тех, кто пришел к такому заключению, что это уж точно ошибка, то они должны рассмотреть все возможные объяснения, и это, конечно, одно из них. Итак, одни объяснения для кого-то могут показаться более убедительными, и это нормально. Проблема возникает тогда, когда критики, выслушав все эти возможные объяснения, отворачиваются и говорят, «Ну, знаете, я не нахожу все это убедительным или привлекательным, поэтому я прав, утверждая, что в Писании есть ошибки». Ничего себе! Вы должны быть уверены, что то, как вы истолковываете текст, особенно утверждая, что Иисус делает ошибку, заявляя некое точное научное утверждение, что это на самом деле самое маленькое семя, то убедите сами критики, что это верно. А это сделать, как мне кажется, будет практически невозможно. Если Иисус намеревается преподать урок по ботанике, то зачем тогда Он вообще упоминает Царство Небесное? Ведь оно не имеет никакого отношения к ботанике. И если у вас есть утверждение одновременно и о горчичном зерне, и о Царстве Небесном, то я думаю, совершенно ясно, что цель Иисуса не в том, чтобы преподать урок по ботанике.
И единственное, на мой взгляд, в чем критики могли бы быть правы, это если бы Иисус, кроме всего, что намеревался сказать, также намеревался бы на самом деле преподать урок по ботанике и поведать, какое же зерно наименьшее. Но практически невозможно доказать, что именно таково было его намерение. Да. Но как то, что вы сказали, отличается от утверждения, что Библия безошибочна лишь в доктринальных или богословских вопросах, так как именно в этом главная ее цель, а не в предоставлении нам информации по каким-либо предметам? Что ж, подождите немного. Мы ответим на этот вопрос, когда будем разбирать следующее возражение. И мы рассмотрим его с нескольких сторон. И мы ответим на этот вопрос. Но вопрос, как говорится, в десятку. Именно такой вопрос вам и следует задавать. И именно такой вопрос задают критики. Они говорят, ну в чем же тогда разница? Ну, наименьшее горчичное зерно или не наименьшее. Это ведь никак не влияет ни на какую доктрину. И какая разница в том, кто же на самом деле возбудил Давида посчитать народ? Ведь это не имеет никакого отношения к доктрине о грехе или доктрине о спасении. Зачем вообще об этом говорить? И мы поднимем этот вопрос очень скоро. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.